Всем добрый день. Вот забыл единственное сказать. С патрубками, кто если вот сталкивался, вот с таким вот уголком, он, ну, разлетелся, в общем, у меня со временем, года через три. Долго я искал, пытался газелевский приспособить, но это бесполезно. Короче, в чем суть? Вот здесь вот больше диаметр, сотый, а здесь вот... Или здесь 90, я уж не помню, а здесь 70. В общем, разные диаметры. И я уж хотел сварить уголок и два переходника резиновых вот поставить на турбину, чтобы забор воздуха был. Но потом как-то я в магазин зашел, говорю, нужен вот такой вот патрубок. Девушка говорит, ну вот посмотрите этот. И оказался, он подходит сюда с... Валдая. Точно вот такой же вот. Другое дело, что он, сказали, силиконовый, стоит он, догадайтесь, сколько, аж 1,5 рубля кусок этот, уголок этот резиновый. Вот, значит. Ну и часто ко мне вот подходят, ну такие же, у кого газоны такие же. Вот видите, снизу на радиатор подходит снизу, значит, для циркуляции вода, ну, патрубок резиновый. Вот. Сейчас я покажу. Какой? Вот он. Резиновый патрубок. Вот. Ну и самое главное, через какое-то время я его решил заменить. Думаю, ну старый заменю. Во-первых, не понять, с чего его поставили, как при переделке. Вот. Мог я его найти. Потом все-таки я его кое-как чисто случайно в магазине спросил, патрубки есть, уголки просто. Решил подобрать. И мне девушки достали. И говорят, вот смотри, такой. Я говорю, о, такой, а с чего? Говорит, с бычка. Ну, с обыкновенного бычка. Они шли заводские. Другое дело, что вот этот вот заводской видно. И он уже вот 8 лет ему, и он тут стоит, ничего ему. А тот, который я купил, он стоит 150 рублей. Значит, проехал 400 километров. Ну да, до Цимлы. И что-то я полез масло проверять. Ну, смотрите, расходники, что, не потекло за дорогу? Нет. Вот. Смотрю, лопина. А когда пригляделся, он за малым не лопнул сквозняком. И я бы закипятил двигатель. Да он бы лопнул, если бы он разлетелся. Он бы сразу там пару минут, и охлаждайки бы там не было. Вот. Ну, а ребята подходят. А мы переделывали вот горловины, перепаивали на радиаторе. Вот. Ну, я же хотел, думаю, или перепаять радиатор, нижний патрубок на радиаторе, либо, значит, переделать под таким углом, просто трубу сварить. Вот. Ну, переходник и резиновыми хомутами взять. Вот. Но на практике он сюда подходит вот именно с бычков, с обыкновенных. Вот. Нижний патрубок. Ну, вроде бы и все. Такое, с чем я сталкивался. Вот. Всем удачи. До новых встреч.